Дорога из Ошкар-Алы в Казань представляет из себя двухполосное убогое полотно. Такой обильный снегопад особенно опасный. И только за 40 километров до Казани становится дорога нормальная, четырехполосная. Прежде чем насладиться Казанью, нам нужно было заехать в Икею, чтобы забрать некие вещи. Вот мы их сейчас забираем и потом поедем сразу же гулять. They sing and dance. Oh, I wish it was me.